Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Египта сообщил, что вооруженные люди в столице Ливии Триполи взяли в заложники 70 его соотечественников. Вооруженные люди вывели египтян из их домов и отвезли их в один из полицейских участков города. Ливийская сторона никак не комментирует данную ситуацию. Также пока ничего не известно ни о похитителях, ни о причинах их действий. На данный момент ведутся переговоры министром иностранных дел Египта Набиль Фахми об освобождении заложников.